Участие в этом конкурсе – дело престижа, а победа почетна. Курортный Олимп сегодня стал своеобразным знаком качества для тех, кто смог на него подняться. И популярность конкурса растет. В этом году поступило вдвое больше заявок на участие, чем в прошлом. И это закономерно. Санаторно-курортная отрасль Краснодарского края сегодня на подъеме. 16,5 миллионов отдыхающих и туристов уже посетили курорты Краснодарского края. Коллеги, это результат. Это наши курорты. Это наш край. На самом деле, не только житница, но и лидирующая здравница нашей страны. Спасибо вам еще раз. И за рекорд тоже. В этом году конкурс проходил в 17 номинациях, среди которых были и новые, к примеру, лучший муниципальный пляж. И, кстати, здесь центральный пляж Анапы вошел в тройку лучших на Черноморском побережье. Жюри оценило удачный ребрендинг и создание доступной среды. Все сделали для того, чтобы этот пляж был удобен для всех отдыхающих. Вот. И как для обычных граждан, так же и людей с ограниченными возможностями, потому что у нас очень много приезжает к нам в Анапу людей. От нашего города было подано 38 заявок. Анапские предприятия санаторно-курортной отрасли участвовали в 12 номинациях. В 6 из них взяли призовые места. Серебро, как лучшая детская здравница, досталось «Жемчужине России». За все эти годы многие детские здравницы переформатировались в другие. Взрослые, мать и дитя, «Жемчужина» как была детская, она так и остается. В связи с этим сегодня детьми надо заниматься. И изюминка «Жемчужины» в том, что она настроена и направлена только на развитие детей. Золото курортного «Олимпа» досталось отелю «Бетон Брют» в номинации «Средства размещения» по системе «Все включено». Отелю «Демократия» в категории «Три звезды», а лучшая горничная курорта в Краснодарского края работает в лечебно-оздоровительном комплексе «Витязь». Всего 6 призовых мест, вдвое больше, чем в прошлом году. И потенциал, чтобы улучшить результат, по словам главы Анапы, у нас есть. Сегодня есть курортный сбор, где мы на 30% собрали денег, больше мы запустим эти деньги в благоустройство нашего города. Сегодня отдыхающих у нас на 5% больше, чем в прошлом году. Будем стремиться только к лучшему. Я хочу поблагодарить всех работников курорта с окончанием курортного сезона, с теми номинациями, которые были выиграны, и нужно стремиться к лучшему, и наш курорт анапский делать еще лучше. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа регион.